Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. Вы знаете, что я очень люблю заказывать вещи онлайн, и сегодня у нас распаковка с сайта Shein. Сегодня у нас семейная распаковка, не только мои вещи, но и вещи жены брата, поэтому присаживайтесь поудобнее. Ну а вообще, недавно я сделала заказ чисто для себя, там были горящие распродажи, и как всегда, Айка не удержалась. Вообще, мне надо удалить это приложение, потому что когда я с подружкой болтаю по телефону, я просто не могу, я там лазю, и в конце у меня собирается целая корзина вещей, которые мне необходимо просто заказать. И в конце, как вы думаете, я, конечно же, их заказываю. В этот раз посылка у нас выглядит вот так вот. Доставка супер просто быстрая. Не помню, когда я последний раз ходила по магазинам и покупала себе одежду. Я все заказываю. И меня это устраивает на все 100%. Это безумно удобно. Ну, кроме обуви, наверное, сумок и зимние вещи я предпочитаю пощупать, посмотреть, а потом приобрести. Но если покупки делают вас счастливее, то их нужно обязательно совершать. Итак, первый момент из этого заказа. Девочки, я просто тупанула. При заказе я нечаянно в корзину засунула два одинаковых платья в размере S. Мне эти платья безумно понравились, но я не заметила, что в корзине два одинаковых платья. И то, что заказ у меня получается очень дорогой, меня это тоже не смутило. Платье, конечно, шикарное, ничего не скажешь. Очень хорошего качества, я уже вынула, посмотрела. В общем, платье невероятно нежное, вот такого голубого цвета. Хотя бы эти платья были бы разных цветов, я бы с удовольствием бы оставила себе. Но так как это один и тот же размер S, в одной и той же расцветке, одинаковое платье, ну куда мне, я просто не знаю. Вот такая оптимальная длина, небесный, красивый цвет. Это в непоглаженном виде, я вам обязательно поглажу, померю. И вот здесь у вас будет вставочка, где я меряю это платье. Уже я его померила, одела, мне безумно понравилось, как на мне сидит. И самое главное, самый главный плюс, его можно носить без бюстгальтера, это будет абсолютно незаметно. А летом, мне кажется, это очень важно, потому что я не люблю носить бюстгальтеры летом. И при этом не люблю, чтобы это было заметно. Тут и то, и другое. Лямки здесь регулируются, нигде не торчат нитки. Обалденное качество платья. Здесь сзади получается такая резиночка, которая тянется. Это тоже для меня огромный плюс. То есть, если вы захотите все-таки надеть это платье с бюстгальтером, все равно вы в него влезете. Мне кажется, это платье нужно носить все-таки с небольшим каблучком, с небольшим клатчиком, распустить волосы, и вы будете выглядеть просто на все 100. У меня очень много коротких однотипных платьев. Я хотела себе что-то вот такое. Материал тоже обалденный, он не просвечивает. Это тоже очень важно. И получается, это платье я купила за 9 или за 10 долларов, хотя оно стоит 19. Я вам ссылочку оставлю, вы можете убедиться в этом. То есть платье, которое стоит 19, я бы купила всего за 9. Потому что у меня были бонусы, у меня были скидочные купоны, я все это использовала, и вот такая красота. Но это платье стоит своих денег однозначно. Второе платье, не знаю, стоит ли открывать. Его я не мерила, но оно такое же. Вообще, при заказе будьте предельно внимательны, чтобы у вас не было таких фейлов. Дальше. Вот это, кстати, я не открывала. Я заказала себе черный топик. Он на один бок. Я помню прям он как выглядит. Надеюсь, он не полупрозрачный. Вау, какой красивый. Топик очень красивый. Швы тоже прострочены просто идеально. Надо еще посмотреть, как на мне будет сидеть. Но он такой достаточно коротковатый, я вам скажу. Я взяла в размере S. Если не ошибаюсь, там было несколько расцветочек. Я решила взять черную, чтобы сочетать с разными луками. Вообще надо брать цвета, которые можно сочетать со всем твоим гардеробом. А черный как раз-таки можно сочетать со многим. Вы знаете, при заказе я долго думала, стоит заказать S или все-таки XS. И в конце взяла S, не посмотрев на размерную сетку. И теперь немножечко, совсем капельку, он мне великоват. Особенно, когда я без бюстгальтера. Очень жаль. Придется носить только с бюстгальтером. Это вот такие вот черные обычные леггинсы. Дело в том, что Первана начнет ходить на спорт вместе со мной. Прикольно, да? И поэтому ей нужны были леггинсы. Она заказала вот такие, они обалденно тянутся. Точнее, наверное, это не леггинсы, а велосипедки. С длинной оверсайз футболкой, я думаю, будет смотреться просто супер и для спортзала идеально. Она заказала не только для себя, но и для своей дочки Альбины. Сейчас я найду... Я вот тоже Shein заказывала себе велосипедки, они были супер короткие и неудобные.
полупрозрачные, а эти прям самое то, они стоят чуть дороже, я вам ссылочку оставлю, лучше закажите такие, потому что я однажды заказала и немножко даже пожалела. Они плюс-минус выглядят как шорты-трусы, а эти полноценные леггинсы, которые можно носить даже на улице. Велосипедки заказывала не себе, поэтому мерить не буду. Это M и L. Для спорта, мне кажется, самое то. Они достаточно длинные. Здесь такой добротный стрейч, поэтому однозначно могу вам советовать. Теперь самое интересное. Купальники. Дело в том, что в прошлом заказе, если вы смотрели мою распаковку, там был купальник для Альбины, то есть для моей племяшки. И этот купальник настолько всем понравился, что в этот раз мы решили заказать еще два таких купальника. Один синий. Вы просто посмотрите на этот цвет. Не то, что камера этот цвет передает вот так, а реально это офигенно синий цвет. Я обожаю такие насыщенные вещи. Я вам еще подробно покажу. В чашечках здесь есть небольшой поролон, но его можно вытащить. Также лямки регулируются. Этот купальник подойдет для девушек, которые не хотят супер откровенно выглядеть на пляже. Низ здесь обычные такие шортики, это размер S. Пару дней назад, когда мы были на море, как раз Альбина была в этом купальнике, и он был безумно удобен. Ничего не сползало, можно было не париться вообще. Мы остались довольны качеством, и поэтому решили заказать еще два. Цвет этого купальника смотрится намного выигрышнее, чем черный. Мне очень нравится. Я даже подумала, может себе тоже такой заказать с шортиками. Мне кажется, будет очень удобно. И на племяшке я уже видела, на ней смотрелось просто супер. Один синий, а другой черный. Черный уже побольше размерчик. Вот так вот. Черный, если не ошибаюсь, Первана заказала себе. Тоже с шортиками, очень удобно, комфортненько. Материал просто бомба, мне очень нравится. Вообще плюс-минус купальники Шейн обычно всегда плюс-минус одного материала. На мой взгляд, черный как-то смотрится попроще, он на размер больше. А мы с вами двигаемся дальше, и здесь еще один купальник. Очень классного материала. Здесь вот такие вот чашечки, но мне кажется, чашечки маловаты. И, наверное, этот купальник подойдет больше для маленькой груди. Или так и задумано, пол груди должно быть видно. Он такого рифленого материала и очень красивого цвета. Здесь также внутри мочалочка небольшая, но ее тоже, по-моему, можно вынуть, да. Здесь есть место, откуда вы ее можете вынуть. Но мне больше нравится, когда эта мочалка присутствует. Чтобы когда купальник намок, ничего там лишнего не было видно. Здесь размер L. Но если честно, по бюстгальтеру я бы не сказала, что это L. Я сначала подумала, что это S. Но по трусикам сразу понятно, что это все-таки не S. Посмотрите, какие большие, на высокой посадке. Я уже не рассматриваю купальники на низкой посадке. Здесь материал такой рифленый, классный. Вот честно, купальники там стоят. Можно купить обалденный купальник в распродаже за $5. А у нас в городе минимум надо потратить $30, чтобы купить что-то более-менее стоящее. Поэтому купальники однозначно просто советую вам заказывать Шейн. Например, обувь не советую. Сумки не советую. А вот купальники и летние вещи вот самое то. Или мой спортивный костюмчик, который я вам показывала в предыдущих видео. Я его просто стираю, одеваю. После каждой тренировки я его стираю, и он просто в обалденном виде. Я, конечно, не знаю, может, мне кажется, но бюстгальтер намного меньше, чем трусы. Посмотрите, какие огромные трусики, как раз на L. А вот грудь явно не на L. Вот эти чашечки, они совершенно небольшие. У меня размер S. И на мой взгляд, чашечки плюс-минус на мою грудь. Но если у вас низ большой, а верх маленький, то однозначно стоит брать этот купальник. Материал тоже у него интересный. Вот такой вот рифленый. В купальниках я в первый раз вижу такой материал необычный. И последнее, что у нас сегодня будет. Как же жалко. Хочется распаковывать и распаковывать. Распаковывать и распаковывать. Это вот такие шортики для моего племянника. Мы заказали в размере 160. Здесь вот такая резинка. Это плавки, и там были разных цветов. Сначала мы хотели взять оранжевый с белым, потом в конце взяли желтый с белым. Шортики, естественно, нужно погладить. Правда, камера очень сильно съедает цвет. Такое ощущение, что молочно-желтый цвет здесь, на самом деле нет. Это прям ядреный яркий желтый цвет. Но я уверена, что ему понравится, и он останется доволен.
Вот столько вещей. Хочу также отметить, что все вещи куплены за собственные деньги. Это не интеграция. Поэтому вы можете спокойно доверять моему мнению. На этом все, мои хорошие. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Всех люблю. В ближайшее время будет еще одна распаковочка. И там столько классных платьев, столько классного всего. И огромные скидки. Купила просто все за копейки. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.